деньги, я, конечно, извиняюсь, но ты уверена, что это малыш от Балди? Балди, что? Он, конечно, красивый, миленький, но точно не Балди его папа. Нифига себе! Ну, конечно, Балди его папа. Посмотрите, одно лицо, ведь он хочет все время жрать и все время в туалет. Балди, мне кажется, это определенно твой малыш, потому что реально очень похож. Вы что вообще? Куда убежать, где спрятаться? Это твой малыш, что вы там выдумали? Туалет писать какать? Начинается. Вы знаете, в магазине что-то случилось. Он пустой, еда закончилась. Мне кажется, это во всем виновата банда Виллоу. Балди, Пигги хочет тебе дать на ручки его подержать. Что нафиг? Вы что, женщина, уходите? Вы, я не знаю вас вообще. У него глаза красные. Он заражен. Лови! Он не хочет ножом под это потыкать. Пойдите в гараж, там мышка. Она вам все расскажет. Идите скорее, Балди, Валерий, да. По-моему, мышка здесь. Да. Вот она, смотрите, мышка, она что случилось? Мышка, расскажи нам поподробнее, да. Кто забирает еду, почему? Вы что, совсем голодные остались? Это не я! Привет, Балди, Малина и Валеришка. Да, это все Виллоу, она уже всю еду забрала с этого магазина и ушла опять на аллею. Остановите ее, пожалуйста, пока не поздно. Да, точно, это же Виллоу, которая похитила Зизи в конце. Ничего себе, так это она все забирает. Девочки, нам нужно отправляться в аллею. Ну-ка, я не помню, где она находится. Я помню, Балди, идем со мной скорее. Да? Я знаю, где она. У меня во дворе одна аллея была. А вот победители прошлой серии. Если ты тоже хочешь выиграть робуксы, подпишись на наши каналы Валеришка Сим, Валеришка Плей, Валеришка Геймс и пиши свой ник Роблокса. Люблю тебя. Привет, солнышки, мы с вами сейчас доги стали, смотрите. Офигеть. А что это я доги? Я не хочу быть доги. Мы все доги, смотрите, все? Это экстрим карта, нам кто надо есть сейчас... Кто? Найти эту Виллоу вредную, да. Которая всем мешает, да, и ворует еду. Да, она всю еду забрала. Обалдеть! А, я не знаю, никто куда... Никто не может. Вот она. Смотрите, она с зеленым глазом. Ты почему всю еду забрала? Я не знаю. Так, давайте смотреть. Что это? Чем я буду своего свинюшного детеныша прикормить? Не знаю, Балди. Балди, не знаю, сам решил. Так если я теперь собака, я, наверное, теперь буду писать под столбами. Балди, давай без подробностей, пожалуйста. Так мне надо перегрипал покупать в магазине теперь. Слушайте, тут какая-то штука у меня в руках, но я не знаю вообще, куда ее всовывать. Это средство против блох. Ребята, у меня блохи завелись. Балди. Так, здесь еще нужно... блох? А тряпку никто не находил, потому что в воду поразливали. Я могу предложить свои трусы. Здесь еще нужна желтая, это оранжевая карточка. Фига себе, там воду разлили. Вы видели эту лужу размер? Там надо 80 моих трусов. Хорошо, что это не твое животное. Как ты всегда говорил, что это твой питомец. Вот, все, ребята вставили эту штучку. Тут поток, смотрите, со второго этажа капает. Обалдеть, можно я перекушу в столовой? Извините. Нельзя. Глядя, как пробегать в ту сторону. А туда не надо пробегать, потому что... Вот она! Все, тряпка есть. Слушайте, вы видите, что это? Это какое-то новое тайное помещение. Ого! Я не знаю, но туда можно заглянуть. И так, что там? Не знаю. Еда! Балди. Да, наверное, мой малыш. Балди, там где туалет? Записался. Короче, так, только осторожно. И пошел в туалет. Не забывайте. Балди, зачем ты достал эту метелку? Так я ж пошел полы мыть, или что? Балди, вы же полы помыли, прикиньте. Капец! Смотрите, я вам покажу секретное место. Вы видели, где ножницы лежат? Вообще. Стойте. Ребята, у меня стойте, там кто-то спрятан за этой штучкой. Это волчица! Нет, волчица там сидит. Это еще ее вот этот друг помощник. Получается, они вдвоем за нами бегают по этой карте. В конце второго чаптера, ребята, кто на нас вышел? Волчица, тигр и панда, да? И еще вот этот Раш, точно. Раш это енот. Да, он там так. Закрыт, знаете. Полоскун. Резнуля. Почему? Это енот, потому что у него был этот кочерга. Так, оружие. Смотрите, что делать? Если я сейчас открою ее здесь, она на меня выбежит и сожрет меня. Может, а зачем тебе это открывать вообще? А потому что туда карта, там же наверняка какой-то предмет. Хорошо, Малина, давай мы тобой пожертвуем и узнаем. Почему этот мной пожертвуем, Балди? Хорошо, иди. Давай мной. Ты у нас смелый, вот, иди, давай. Я давай. Же мужчина, иди. Давай, все, я открываю, ты беги. А ее нету. А я все, я очень быстро бегаю, потому что я полицейский. И потому что у меня блок. А вот уже на тобой бегать. Тихо. Балди, какие тебе нафиг блоки? Она носится, как я ж собака. Тихо. Слушай, ты тут это, забага, тут нет прохода. Я сейчас забагаюсь на колонну. Балди, быстрее прыгай, ну. Что? Да, Марина.
спала. Слушайте, она его поймала. Здесь трудно пройти вот это место, да. Потому что оно все время багается. Марина, ты меня вообще про такое не предупреждала. Я на вашем пути... Виллоу, мне показалось, Раша открыли. Опять у меня разрыв сердца будет. Я на ваши игрули не подписывался. И на ваши блохи тоже. Смотри, вот ключик красный. Смотри аккуратно. Волчицу Раша открыли. Открыли уже двоих, поэтому будьте осторожны. А как, какие тут еще животные? Раш и Виллоу, вот они все. Вдвоем на этой карте бегают. Так это с них на меня блохи поперепрыгивали, я понял. Сюда, смотри, подожди, спрячься, подожди, не подсматривай. Мне надо пописать под дерево. Да, Алди, пожалуйста. Какой пописать? Ты нашел туалет себе? Так, сюда, осторожнее, подождите, но здесь... Как пройти в то место? Видите, здесь красный ключ с этой стороны используется. Где? Какой красный ключ? У меня в руке красный ключ. Вон, видишь, доги пытаются пройти и умирают. Нет. Что делать будем? Как пробежать? Ты умеешь паркур проходить? Это не паркур, это гараж! Дурдом! А, быстрее! Сюда. Блин, енот! Так, побежали, что нам нужно еще? Беги, она тоже ловит. Она нас дисконнектила вообще. А меня, смотри, я забагалась на Виллу, вообще на голову я залезла. А может она за кем-нибудь побежит, а мы на ней прыгнем. Теперь поднимай лапку, и ты знаешь, что делать. Ай, она все равно меня поймала. Так, ладно. Эта игра непроходимая. Как-то тут все ловят нас, представляете, с трех сторон. Я никогда не хотел быть собакой. Так, сюда, скорее. Что означают вот эти два квадратика? Как вы думаете? Не знаю, может, и... Марина, где мой ребенок вообще? Короче, ладно, идете, ребенок я... ребенок ушел. Я посмотрела одну штучку. Здесь нужно найти этот, как его... Мусорный бак. Где мусорный бак? Вы видели? Да тут везде мусорные баки, это шалея. Блин, она идет за кем-то, смотрите аккуратно. Капец, сколько тут за нами гоняется всех этих пивов. Пойдемте скорее сюда. Вот, смотрите, вот этот мусорный бак. Ой, он почему-то уронен. Почему? Ох, он упал, друзья, он упал. Что делать? Его открыто. Полина, кто-то под него уже писал. Это точно. Смотрите, у него лежит эта штучка. Он завонялся. Мне нужно как-то его поднять, друзья. Он провалился. Как мы это сделали? Вы видели? Круто! Как? Ты волшебный бой! Слушайте, так, давайте мне помогите, пожалуйста, открыть здесь эту штучку. Я могу открыть с ноги. Ну вот, спасибо. У тебя красный ключик есть? Давай, открывай. А, мне нужен здесь. Супер. Гляньте, нам здесь нужна отвертка, походу, опять. Не еды, не туалета, какие отвертки? Я не знаю, Балди, у тебя есть отвертка? Моя отвертка почему-то не работает. Сейчас я поищу, у меня в трусах. Потому что она не того размера. Ой, тут еще дверь какая-то странная, новая. Это ролет, решетка, смотрите. Так, ладно, Балди, что делать? А, подождите, что? Что за нафиг? Это чернильная машина. Какие чернильные машины? Балди, открывай дверь быстрее, это затопление. Мне так страшно. Это затопление. Как же пройти карту? Ведь потом, когда, смотрите, затоплено все, практически невозможно пробежать. Да как он продолжает подниматься? Я не знаю, что делать. Нам капец. Я затопляюсь. Эту карту пройти невозможно, когда уже началось затопление. Поэтому давай, Балди, аккуратненько пройдем ее до этого момента. Нужно очень быстро, сейчас я покажу. Итак. Надо открыть одновременно и выбежать. Двумя отвертками? Кстати, там же бани, представляешь? Где бани? Она там закрыта, Вилла ее закрыла. Это же моя любовь. Бан. Вот твоя любовь давай спасать. Хорошо. Ребята, сейчас может начаться ран, потому что сейчас наводнение опять будет. Наводнение начнется, как только мы откроем серым ключом. Это, короче, енот эту фигню сделал и трубу прорвал. Он же нам, чтобы Ваня полоскал там. Так, смотри, вот когда мы откроем вот эту штучку, здесь еще ножницы. А знаешь, для чего эти ножницы? Для чего? Я сейчас тебе покажу. Видишь, коробки? Обалдеть! Оказывается, под коробками был этот серый ключ, только под какой? Что? Так она нам посылку прислала бабушка из деревни. Смотрите. Вот тут. Вау, видите? А-а-а. Так, Балди, приготовься. Ты я готов к чему? К умиранию. К умиранию. К умиранию? Не, я не согласен. Смотри, надо пробраться. Я еще так молод, у меня ребенок свинюшка. Так, сюда аккуратно, смотри, если мы сейчас откроем серый ключ. Поехали, быстро! Теперь быстро, у тебя серый ключ. Берем серый ключ, быстро откроем, откроем. Вера, пей, там можно все выпить. Вау, смотри, Баня, только она... Мы умерли перед тем, как мы... Это Баня заражена! А что у нее рук нет? Почему? Да, солнышки, подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписан, если у тебя кнопочка, то все красная, сделай ее серенькой. Присоединяйся к нашей семье.
И не забывайте, солнышки, вы на самые лучшие. Мы сейчас любим. Всем пока-пока. Так долго ждала, чтобы почесать.